От веселого юбилея до трагедии один удар молотком. Именинник набросился на гостя с инструментом и нанес ему несколько ударов по голове и конечностям. К счастью, потерпевший остался живым. А вот юбиляр по решению суда отправился в тюрьму. Отбывать наказание ему придется 6 лет в колонии строгого режима за покушение на убийство. Конфликт между двумя мужчинами из Барышского района произошел во время празднования дня рождения осужденного 5 февраля этого года. Во время застолья именинник схватился за молоток, напал на своего знакомого и 4 раза ударил по голове. Потерпевший упал и потерял сознание. А уже 75-летний Носов решил добить гостя и тем же молотком ударил 6 раз по ногам. К счастью, до убийства дело не дошло. Потерпевший вовремя очнулся и отнял у злоумышленника инструмент. В своем заседании Носов выдвинул версию о том, что умысла на убийство у него не было. Вместе с тем, совокупность доказательств, его вина была доказана. И, не соглашаясь с данным приговором, сторона защиты в апелляционной жалобе указала на том, что выводы суда неправильные, что действия Носова подлежат квалификации по статье 112, и умысла на причинение смерти у него не было. Однако в Ульяновском областном суде апелляцию не удовлетворили. Вина пенсионера из Барышского района полностью была доказана. Приговор суда вступил в силу. Сейчас преступник, который ранее не был судим, находится под стражей. Также по решению Фемиды ему предстоит выплатить 200 тысяч рублей морального ущерба. Это часть первой статьи 105, это категория, относящаяся к особо тяжким преступлениям. Вот. Всего зарегистрировано в Ульяновской области за 6 месяцев этого года 1787 сообщений о преступлении, относящихся к тяжким и особо тяжким составам. Это сравнительно ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В том году это было 1873 преступления. Выросло в этом году до 61,5% и раскрываемость подобных преступлений. Рената Люлова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.